На территории Магнитогорска продолжаются проверки водителей, перевозящих пассажиров на коммерческой основе. В дневное время 17 и 19 декабря проведены очередные целенаправленные профилактические мероприятия. Сотрудниками ГИБДД совместно с представителями Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, подвергнуты проверке 35 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе по междугородним и внутригородским маршрутам. Проверки проводились по соблюдению норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей на граждан и от 5 до 10 тысяч рублей на должностных лиц. Также проверялся люфт рулевого управления автомобилей. Всего выявлено 7 нарушений. За 11 месяцев 2018 года в Магнитогорске в ходе надзорных мероприятий по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров госавтоинспекция Магнитогорска выявлено около 9400 нарушений водителями автобусов. К административной ответственности привлечено 190 должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию транспортных средств, перевозящих пассажиров на коммерческой основе. В течение текущего периода на территории Магнитогорска зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими людьми, в которых установлена вина водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе. В связи с тем, что серьезная тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажирами автобусами, в том числе и при перевозке детей в период зимних каникул, сотрудниками госавтоинспекции Магнитогорска будет продолжено проведение проверок автобусов как городских, так и междугородних маршрутов.